Всем привет, с вами Мистер, и не забывайте подписываться на канал. The Elder Scrolls 6 размерами открытого мира ошарашил фанатов. Разработчики с Bethesda уже заявили, что над новой частью работают очень тщательно, для того, чтобы в игру можно было играть как минимум 10 лет. В этом случае разработчикам потребуется реализовать в шестой части действительно большой и проработанный открытый мир. Фанаты шестой части обсудили размер игрового мира и возможную карту ожидаемого проекта, который авторы решили не показывать на E3 2019. Как сообщают новостные издания, поскольку игра The Elder Scrolls 6 является одной из самых ожидаемых у игроков, то пожелания фанатов растут с каждым днем. Немало игроков хотят, чтобы длительное ожидание проекта многократно окупилось, а потом предполагают, что игра The Elder Scrolls 6 получит беспрецедентно огромный живой мир, населенный тысячами NPC. Кроме того, геймеры хотят, чтобы по миру The Elder Scrolls 6 было бы интересно просто ходить, рассматривать его благодаря реалистичной графике, вниманию, деталям и отличиям в разных зонах игрового мира и культуре тех, раз которые его населяют. The Elder Scrolls 6 должны появиться несколько крупных городов, размерами превосходящими Новиграда из Ведьмак 3, Дикая Охота, считают игроки. Фанаты считают, что видели очень мало реалистичных и впечатляющих средневековых городов в играх, а потому The Elder Scrolls 6 должна сильно удивить в этом плане своими масштабами. Кроме того, игроки обсудили само устройство открытого мира в The Elder Scrolls 6. Так многие геймеры мечтают, чтобы на карте TS6 не было никаких отдельных меток или знаков вопроса, как в большинстве современных проектов. Вместо этого маркеры на карту носил бы сам главный герой, узнав или услышав о каком-то месте, или же случайно отыскав его и сделав соответствующую пометку. В этом случае геймеры в TS6 получили бы цель исследовать мир, самостоятельно узнавая его так же, как и протагонист игры.